Я купил К-50, а это означает, что я вступил в кружок угнетателей танкистов а-ля ЛГБТ-комьюнити War Thunder. Ведь очень круто летать и стрелять ПТУРами по танкистам. Или брать вертушку в начале боя на нарах, упороться и заруинить кому-то игру. Очень весело, очень задорно, вообще не токсично. Особенно, когда таких вертушек 4. Черная Кокула, разумеется, хороший вертолет. И смысла говорить про ТТХ, подвесы, да тактику нет. Ты просто набиваешь пару фрагов или ассисты на разведках. И летишь штурмить наземку с 12 вихрями. Можно также фапать на этом вертолете в ПВЕ на усилках и фармить АФК ветку вертолетов. Ура, я теперь не буду ныть на вертолеты, ведь я сам вертолетчик.